Итак, дорогие друзья, нам осталось не так уж и много проделать довольно большую работу. Значит, давайте сначала поймем, что мы хотим получить. Сейчас я запущу. Итак, во-первых, мы создавали с вами новости, теперь мы сделаем так, что выводились все новости, кто написал новость. Дизайн вы сами будете оформлять, я все делаю так, только код. Далее, также мы сделаем, чтобы у нас выводились все пользователи. И при нажатии на пользователя выводилась новость пользователя. При этом можно было, меняются, отписаться и подписаться. Ранее мы с вами делали лайки, да, все у нас получилось. А теперь сделаем вот такую вещь. Это все будем делать тоже при помощи Аякса. В общем, много функций. И потом при помощи Redis будем выводить в ленту. Как мы договорились, дизайн вы сами выполняете. Напишем сейчас 4 представления. В общем, работы много. А там уже можно дорабатывать, добавлять, отнимать, в любом случае менять контент и делать полноценную социальную сеть. Спасибо. Понятно, да, что делать будем?